Ребята, всем привет! Получила посылку от Мыла Опт. Заказывала небольшое количество, но ребята сработали оперативно. Все сложили быстро, и на следующий день, буквально после заказа, я уже все получила. Значит, ближе к делу. Заказывала я ароматический экстракт банана. Вот так вот он такой идет. Все плотненько закрыто. Потом отдушка, моя любимая, французское печенье. Очень вкусно пахнет, для любителей сладкого. Потом, опять же, гидролат бергамота. Вот он, 50 грамм. Все закрыто. Потом гидролат лайма 100-граммовый. Вот он. Срок годности нормальный. Тоже все плотненько закупорено. Эфирное масло лимончика у меня закончилось. Вот оно. Тоже в стекле, в темном. Потом корзиночки из букового шпона. Вот так со всех сторон покажу, что они аккуратные. Вот квадратные. Две штуки заказала. Пакеты крафт. Тоже несколько штучек на пробу взяла. Буквально вот они у меня. Раз, два, три, четыре, пять. Скрученные ручки интересные такие. Они, в принципе, здорово смотрятся. Плотный крафт, картон. Супер. Потом пришли баночки. Тоже ребята тару отдельно упаковали. Пришли мне флакон Элит. Вот такая вот тара с флип-топом. Такие баночки без порезов, без сколов, аккуратненькие. Штук 5 я заказывала. Потом вот для пробничков 10-граммовые баночки. Такие. Вот они тут. Тоже, как видите, аккуратненькие очень. Потом моя новинка — баночка Милан. Маленькая. Там 5-граммовка, по-моему. Или 8 миллилитров. Такая она тоже. Все аккуратно, все в наличии. Без каких-либо изъянов. Потом 8 миллилитров баночка для крема или для бальзамчика, для губ. Вот она такая. Хорошо открывается. Чистенькая. Потом пакетики пришли маленькие, по-моему, 10 на 15, 10 штучек ребята написали. Опять же от Элитки, от флакона Элит, флип-топ отдельный. Тоже все открывается чисто, видите, все здорово. Все получилось, всем довольна, буду заказывать еще. У меня и промокод, и скидка. Я очень довольна. Спасибо, ребята, что даете возможность экономить. Пока!